alles durchsuchen. Осмотрите здесь все. Jedes einzelne Dokument mitnehmen. Соберите все бумаги. Сдохла. Вот тварь, чуть не убила. Точно не ранена ваша? Говорю же, это не моя кровь. Почему она из меня? Перестань, ничего же не изменить. Надо уходить. Если сдала помазан, они сюда придут. Уже пришли бы. Она сегодня была здесь. Зачем? Сказала, когда сделает? Она хочет сначала встретиться с Клейменом и Фроловым. А если за ней следят? Она не верит нам. Если немцы возьмут ее родню, она ничего не будет делать. Надо их опередить. Я поговорю с ней. Маш, не надо с ней говорить. Я поговорю с ней сам. Тебе нужно немедленно уходить из города. У меня есть документы. Пока опознают Веру, время есть. Вот поэтому немедленно и нужно уходить. Там у берега лодка, в том месте, где до войны, ты знаешь. Переправляйся в отряд. И что я скажу? Что? Что я не выполнила задание, потому что меня сдали? Что у меня больше нет людей? Что помазан пасут? Нет. Пока Краубль жив, не вернусь в отряд. Маша, откуда такая одержимость? Крысит. Ты же прекрасно понимаешь, что убьем этого, пришлю другого. Опять все сначала. Не надо пороть горячку. Ты выраженец. Готов сдаться в любой момент. Маша. Маша! А что я скажу детям? Переправляйся в тыл. К ним. Я останусь здесь. Я все сделаю. Она пустышка. Она никто. Ты идешь в нее на поводу, вот она и требует. То одно, то другое. Я ее заставлю. У нее есть я. Она же не против, она просто боится за детей. А за тысячи других детей, которые с голоду пухнут и подыхают, она не боится? А ты за своих детей не боишься? Так обещай мне одно.
Архипова, открой! Открывай! Открывай! Воды дай. За этим пришла. Сергеем что? Боишься? Одна? Где сестра? Уехала. Что тебе надо? Сколько тянуть будешь? А ты кто такая есть, чтобы здесь командовать? Завтра все сделаешь. Отведешь меня к главному, и он мне скажет, что я должна сделать. Сделаешь, тогда отведу. А то что? Застрелишь. И глазом не моргну. И тебя, и Сереж твоего. А детям своим ты что скажешь? Как их отец погиб? Что? Или ты меня так ненавидишь, что мужа родного готова убить? Откуда знаешь про меня, Якова? Догадалась. Немцам сдала? Если б я тебя сдала, ты бы сейчас здесь не стояла. А это что? Зачем немцам твои родственники? Думаешь, пожалеют? Вы пожалеете. Ты уж определись, с кем ты. Так, всю мою семью вывезете из деревни. И мать, и сестру мою, и племянника. Сегодня из-за этого погибла очень хорошая девушка. Ты тварь. А ты идейную найди себе. Или, может, мужа своего попросишь? Он тебе еще кого приведет на подмогу. Дальше. Сестра моя встретится с главным, напишет записку. Записку мне эту принесешь ты. Будет записка, все сделаю. Все? Нет, не все. Как-то так все придумайте. Чтобы дети остались живы. У тебя есть яд? Нет, у меня больше яда. Кончился. И еще. В лес меня отведет Яков. Как получится. Либо Яков, либо никто. А мы жили хорошо. Хорошо. Жалела я его. Раненый был. Ходила за ним. Вот на этом диванчике лежал как раз.
помирал. Лекарства ему нужны были. Так я на немцев пошла работать. Выходила. А то помер бы. А видишь, живой. Вот и думай, кто из нас его больше любит. Я тебя понимаю. А ты меня понять можешь? Нет. Ты как не человек вроде. Мы можем не успеть. Горе ваше. Нет, ну, это надо с коровой в лес. Вы сказали, забирай все, что хозяева захотят. А корова вам зачем? Сестра у меня важный человек. Сказала все пожитки брать. А мы и прикроем. Не проскочим. Документов-то нет. Так, давай в лес. Трогай! Что пошла? Мать ее гадкая. За корову людей положили. Твари, уроды, ненавижу. Что, устроишь истерику? Расстреляем по закону военного времени, понял? Вставай! Вы главный. Вон главный. Вот. Ничего не понимаю. Главному командиру прошу доставить это письмо. Какая-то чушь. Будто школьник писал. И на русском, и на немецком что-то. А что еще просила передать ваша сестра? Ничего. Сказала отдать самому главному,
когда нас арестовывают, придут. Николай Петрович, Силантьев где? Андрюха! В город собирайся. Быстро. Всех разместить, накормить. И чтоб без фокусов. Was heißt das, Sie ist keine Verbindungsfrau von Kramer? Что значит, это не связная Клеймана? Wollen Sie damit sagen, dass die Archipova weg? Вы хотите сказать, Архипова ушла? An ihrer Stelle haben wir eine einheimische. Вместо нее при аресте была убита сотрудница комиссариата из местных. Und warum haben Sie sie nicht? Почему не взяли живой? Sie hat zurückgeschossen, zwei Mann getötet. Она отстреливалась, убила двух солдат. Sparen Sie mir doch diese lächerlichen Einzelheiten. Fakt ist doch. Избавьте меня от дурацких подробностей. В итоге у нас нет убедительных доказательств, что любовница Краубе, как ее? Помазан. Связана с партизанами. Верно? Думаю, что надо брать киномеханика и Помазан. В отсутствии связи с партизанами, от отчаяния, он может заставить ее убить Гауляйтера. Und wie haben Sie sich das bitte schön vorgestellt? Как вы хотите ее арестовать? Der Gauleiter hat alle Bewacher entfernt. Гауляйтер приказал убрать из охраны всех наших людей. Sie einfach so прямо у него в доме, не имея надежных доказательств. Können Sie sich das Geschrei vorstellen? Представляете, что он устроит? Wo ist der Filmvorführer? А где киномеханик? Ich weiß es nicht. Я не знаю. Wir haben gestern Morgen die Überwachung Еще vom вчера мы сняли наблюдение за кинотеатром, чтобы он ничего не заподозрил. Господин фон Готтенберг, мне сообщили, что господин Гауляйтер издал приказ об отстранении всех служащих СС от работы в комиссариате. Вы уверены? Охрана вермахта не пропустила их на рабочие места. Благодарю. Что это значит? Он выводит конфликт на другой уровень. Завтра об этом узнают в Берлине. Послезавтра здесь будет комиссия партийных. Так что, прежде чем думать о его безопасности, подумайте о своей. Думаю, что шанс установить связь Помазан с партизанами еще есть. Она не сбежит. Эти русские непредсказуемы. Наш агент будет следовать за Помазан неотступно. Она не сможет сбежать. Думаете, она не расскажет? Хотя... Кому? И что она может рассказать? Что она завербована нами? Тогда ей нет дороги ни к партизанам, ни к нам, ни к Краубе. Вы ведь завербовали ее. Она подписала карточку агента. Она будет молчать. Андрей, ну, наконец-то, я уже отчаялась. Здравствуйте, Мария Андреевна. Леймонд прислал. Сказал, это письмо оставить для ваших помазан от сестры ее. Спасибо. Чего случилось? Бомба нужна срочно. Только вот я не знаю, что с ней делать. А что, есть шанс? Да, и срочно. Надеюсь, она согласится.
Только эта штука непростая. Английская. Поднести нужно на метр два. Чтобы наверняка. Как ее завести? Значит, работает это так. Крепится на магнит. Вот так. Взрыв направленный в ту сторону. Вставляете взрыватель. Он химический, действует как растворитель. Стрелку переводите на нужный час. Вдавливаете взрыватель внутрь. Внутри лопается пузырек, выливается кислота, процесс начинается. Черный ход куда ведет? В соседний двор ведет. На. Это что, бомба? Да, английская. Не бойся. Поближе подойди. Она всех в доме не поубивает? Нет. Взрыв направленный. Работает в одну сторону. Главное, поближе поднеси. Если передумаешь, пуганая уже. Галочка. Мария. Здравствуй. Я на минуту. Я потом опять сюда приду. Отведешь меня, куда будет нужно. Как уже сегодня? Сегодня. Влюбился в нее? Говори глупости. И за стол садись, там молоко рядом. Ненавижу ее. Черт.
и тебя. Ненавижу. И себя. Кажется, бинт в ящике. Яша, скажи, пожалуйста, что ты меня любишь. Или ее любишь. Проходи. Фрау Галина? Фрау Галина. Warum kommen Sie nicht her? Что же вы не подходите? Я. Guten Morgen. Доброе утро, господин Бирхов. Guten Morgen. Machen Sie Ihre Tasche, bitte. Доброе утро. Откройте сумочку, фрау. Фрау Галина, вы будете с нами играть? Мы хотим играть в прятки. Идем скорее. Послушайте, зачем вы ее задерживаете? Доброе утро, госпожа Краубе. Я всего лишь выполняю свою работу. Ей тоже надо работать. Пропустите ее скорее. Слушаюсь, госпожа Краубе. Проходите. Доброе утро, госпожа Краубе. Ты опоздала. Дети уже ждут. Меня сегодня не будет. Я хотела спросить, не могу ли я уйти сегодня раньше. Я плохо себя чувствую. Дождись моего возвращения. От детей держись подальше, чтобы они не заразились. Я буду. Конечно. Эй ты, документы. Führer Schulz. Как ты все-таки смогла ее убедить? Неважно. Главное, что сделала. Представляю, что с ней будет, если ее возьмут. С ней? Да, она сдаст всех сразу. Так что здесь нельзя оставаться. Но если получится. Все-таки получится. Она вернется, здесь никого. Я должен дождаться ее, как договаривались. Придет, отведу в отряд. А если она испугается и немцев сюда приведет? Ну, не всю же войну мне
прятаться в теплом местечке. Яш. А давай вместе уйдем. Да иди, я ее подожду. Я ее втянул во все это. Если я не открою кинотеатр, то они заподозрят, начнут искать раньше. Ты рассказал ей? О чем? Сам знаешь. Пожалуйста, загадками не говори. О чем, Маша? Ладно, хватит. Мне пора. Силантьев ждет. В лагере предупредить надо. Маша, о чем ты? Маша! Она знает про нас. От кого? Не знаю. Вот у нее и спроси. Яновский, проследите, чтобы все было подготовлено к отъезду моей жены. И сделайте так, чтобы завтра моя семья была в полной безопасности. Меня нет ни для кого. Фрау Галина. Герр Краубе? Господин Краубе. Их путь. Я убиралась. Lassen Sie sich Zeit. Не торопись. Entschuldigen. Я уже закончила. Что же за них? Я не буду мешать вам. Sie stören mich nicht. Ты не мешаешь. Я гея. Я уже ухожу. Фрау Галина, я не хочу, чтобы ты уходила. Warum sind Sie so verspannt? Почему ты так напряжена? Entschuldigen. Извините. Я боюсь, сюда могут войти. Sie müssen keine Angst haben. Зачем ты думаешь об этом? Ich bin der Herr des Hauses. Я хозяин в этом доме, хозяин в этой стране. Und nur du bist bei mir. И ты сейчас со мной. Aber Frau Anita. Ну, госпожа Анита. Sie ist nicht hier. Ее нет. Nur du bist bei сейчас mir. Есть только ты. Ich verstehe. Но я не понимаю. Nein, Sie verstehen mich schon. Нет, ты понимаешь. Ich sehe es in ihren Augen. Я вижу это в твоих глазах. Dieser Wunsch ist so stark. Это желание настолько сильно. Не надо, отпустите. Passieren. Я чувствую эту страсть. Эта корова вообще ничего не понимает. Почему ты не можешь потерпеть? Скоро будем дома. Нет, мне надо идти.
Rüstung ist. Die von Führer verlangten Produktionsziffern wurden von allen Rüstungswerken weit übertroffen. Zum Teil wurde sogar das Doppelte erreicht. Eines der vielen Werke für die Herstellung von Panzerkampfwagen und Sturmgeschützen. Es ist die Arbeitsstätte des Obermeisters Hahne, dem der Führer als Ersten das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes verlieh. Eines der vielen Werke für die Herstellung von Panzerkampfwagen und Sturmgeschützen. Es ist die Arbeitsstätte des Obermeisters Hahne, dem der Führer als Ersten das Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes verlieh. Für die Endmontage. Старая газета. Комендантский час еще действует. Большой театр вернулся из эвакуации. Интересно, получится ли? Не придавайте этому большого значения. А если получится? Вы представляете, какой резонанс? Какое важное звучание это будет иметь? Это вдохновит фронт. Поддержит людей в тылу и здесь. И немцы будут знать, что не они хозяева уже на этой земле. Это будет потом. Потом. А пока их ответ будет очень жестким. Разрешите доложить? Вернулся. Все сделал. Архипова видел? Когда? Сегодня. Ух ты! Лишь бы получилось. Архипова где? У реки осталось. Встречать сама хочет. Надо пойти поставить везде дозоры. Правильно, Николай Петрович, еще. Соберите диверсионный отряд. Думаете, под шумок на танковые мастерские напасть? Нет. Если все получится, первый удар они нанесут по гетто. Думаю, самый страшный удар. Надо ликвидировать охрану. Может быть, кто-нибудь спасется. Но это же... Я поговорю с людьми. Нужны только добровольцы. Ты встречаешь. Когда придут, действуйте по инструкции. Инженер.
Извините, господин Краубе. Фрау Анита меня отпустила. Выпей со мной. Это расслабляет. Нет, выпей из моей рюмки. Хочу узнать твои мысли. Вот скажи, почему местные так упрямы? Они не хотят меняться. За каждого нашего солдата мы убиваем 10 человек. Им что, не жалко своих? Их возникнет. Я не знаю. Рабская психология. Вы не понимаете ни силы, ни добра. Ты знаешь, что такое страсть? Анита, ты уже вернулась? Как видишь? Где дети? С ними Наташа. Хорошо съездила? На складе удачные поступления. Я взяла побольше, чтобы отвезти в Германию. О, я, кажется, знаю этот взгляд. Галина, помоги отнести вещи в спальню. Хочу, чтобы ты взглянула на платье. Слушаюсь. Ты должна посмотреть эти наряды. Как тебе это? Зачем? Очень красиво. Ты немногословна. Простите, госпожа. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься, я все вижу. Но, моя госпожа, я... Не надо ничего говорить. Я знаю своего мужа лучше, чем кто-либо. Он, конечно, мерзавец, но он беззащитен, как ребенок. Он всегда такой. Я завтра уезжаю с детьми. Мне нужно, чтобы кто-то заботился о нем. И раз уж он положил глаз на тебя, то почему бы и не ты? Молчишь. Наверное, удивлена, что я открыто говорю об этом. Вам, дикаркам, этого никогда не понять. Запомни. Что бы он тебе ни говорил, он никогда не уйдет к тебе. Ты всего лишь служанка. И что бы он ни писал в своих пьесах о любви рабыни и господина, его партия и Гитлер не позволят ему сделать это. А он никогда не пойдет против партии. Поэтому я не боюсь тебя. А теперь ступай. Завтра не приходи. Вот, возьми это. Тебе понравится. Примерь. Красиво. Похоже на капельки крови. Meine Wehrmacht, und die haben hier zu tun?
Ты слышал, что его отправляют на фронт? Уже уходите? Фрау Анита отпустила меня. Господин Краубе просил отвезти вас. Спасибо. Я доберусь. Не надо возражать. Водитель ждет. Он отвезет вас, куда вы ему скажете.